Так, что-то у меня первое такое включение с поясняющими какими-то данными. То есть все снимаю на GoPro-шку и фотографирую. Я уже еду в обратный путь из Хула. Это такой городок, который совсем рядом с перевалом находится. Еду сейчас в сторону Батуми, ну и домой в Кабулете, собственно. Как я сюда попал? Вообще, я сегодня поехал за кормом собаки в Батуми, но по какой-то причине я оказался вот здесь, в горах, в 87 километрах от Батуми к северу. Сегодня отличная погода, очень жарко, по ощущениям где-то 25 градусов. Вот маленький мопед, который меня сюда привез. Ну, идея была такая, чтобы съездить на небольшую разведку в сторону этой дороги, посмотреть, как она выглядит и что из себя представляет, чтобы впоследствии, через недельку-две, сделать такой круговой маршрут через Батуми, Хула, Ахалцихи, Саэрме, Кутаиси, Поти и Кабулети. Вот. Такой был изначальный план. Самую сомнительную часть дороги я так и не увидел. Это после Хула, от Хула до Ахалцихи. Там нет асфальта, но я туда не поехал уже, потому что у меня время поджимает. Вот, так что я посмотрел только вот эту дорожку. Она очень похожа частично на дорогу до Кентриши, частично на дорогу до Мести. Вот сейчас пока идет Мести. Но уже как бы больше на Кентриш становится похоже, чем ниже и ближе к Батуми. В целом, это, наверное, все. Надеюсь, что-то еще на GoPro-шечку запишется. Красиво.
Ёлки-палки, как красиво. Приближаюсь к городку под названием Кеда. Повсеместно вдоль всего русла ведутся какие-то работы. Дно углубительные, дно уменьшительные. Классно. Едем дальше.
Так, еще одна знаковая точка на пути к Батуми — это мост Дандало. Очевидно, это мост времен там царицы Тамары, может быть, что-то такое, очень старый. Не буду врать, какой век, не знаю. И вот такая бурная речка. Это река Чурохи, кажется, если не ошибаюсь. Ой, опять оставил на скорости, смотрите, как молотит. Красота. Боёбы ебаные.